Мы отработали первый месяц. Что показывает каждая следующая неделя? Большее количество звонков. Понятно, что вот те 30% ложных или проверочных вызовов – это явление, так скажем, плохое. Вместе с тем, мы еще и понимаем, что люди просто знакомятся с системой. Мы обязательно заслушаем следующую информацию через месяц. И так будет происходить до полного запуска системы 112. Закройте, у вас может диспетчер.